обращаюсь к тем, кто с нашей помощью или без нашей помощи находится в США, либо в других странах, кому нужна работа, кто знает английский язык. Нам требуется переводчик, нам необходимо перевести документ. Ребята, это такой документ мы сегодня получили, просто, это просто фантастика. Это, наверное, мечта любого американского адвоката, и теперь у нас это есть. Значит, это закон об убежище в Соединенных Штатах, это пособие для тех, кто принимает решение. Это иммиграционные офицеры, это офицеры асайлум, это судьи. Значит, закон об убежище, значит, трактата закона о предоставлении убежища в Соединенных Штатах. И здесь полностью все расписано. То есть такой детальности до этого я просто нигде не встречал. Да, мы работали с решениями апелляционных советов. Да, нам попадались готовые решения. Мы все это видели, но так, чтобы в таком формате это просто. Значит, здесь у меня 4 части. Каждый документ примерно по 1000 листов. Это объем. Да, это действительно объем. И мы готовы оплачивать за переводы. Вот. Причем эти источники также мы покупаем, даже в электронном формате. Вот сейчас вам просто расскажу, что это такое. Я думаю, те, кто готовит кейс самостоятельно, вам тоже это пригодится, но для этого нужно будет перевести 1000 страниц. Если переведете, мы даже готовы вас купить эти листы. Так, значит, понятие обоснованного страха и преследования – это все, что входит в первый пункт. 5 оснований для предоставления убежища. Удержание от высылки и защиты в соответствии с Конвенцией против пыток. Претензии, основанные на преследовании по признаку пола. Обширное освещение членства в бандах, оппозиция бандам. Элементы доказательства. Определение доверия. Ребята, определение доверия – это первый пункт, по которому иммиграционный судья принимает решение об отказе. Доверие – это главное. Последние изменения в законодательстве, языке, в законодательном языке, принятые в соответствии с законом о настоящем удостоверении личности. Дела совета по иммиграционным апелляциям в отношении социальных различий и особенностей. Цена $374, мы, конечно же, это купим. Вопрос в переводе. Так что, если вы готовы поработать 2-3 месяца и нам помочь, мы с радостью возьмем вас в нашу команду и готовы к взаимодействию. Так, второй материал. Это сборник материалов по делам о предоставлении убежища. В сборнике материалов о предоставлении убежища содержится краткое изложение важных решений федеральных судов о предоставлении убежища с 80-го года. И включает в себя, ребята, 1000 решений. Так, третье. Закон об иммиграции. Третье издание. Значит, здесь все, что связано с... Также как наглядное пособие, публикация, написанная для людей без юридического образования, дает понятие и объяснение обсуждаемых правовых конвенций, вернее, концепции. Так, в этом издании рассматриваются такие ключевые вопросы, как права и обязанности иностранных граждан, въезд и прием, выдворение, трудоустройство, натурализация гражданства, ну и главное убежище, депортация, виза и ограничения. Автор излагает процесс становления американским гражданином посредством натурализации требований и так далее. Так, и четвертое. Иммиграционное право и защита. Издание «Осень 2018 год». Это очень дорогой документ. Это будет также 1000 страниц. Цена $902. Здесь приводит в соответствие с решениями администрации Дональда Трампа. Рекомендательные письма, обсуждаются вопросы депортации, ну и так далее. Жалобы, административные жалобы, политическое убежище, удержание и помощь беженцам. В общей сложности нам нужно перевести 3,5-4 тысячи листов. Это громаднейший объем, и мы готовы за это платить, потому что, ну, информация – это то, чем мы владеем, и то, что позволяет нам фактически достигать положительного результата. Вот, ну и за это мы, соответственно, готовы платить и переводчикам, и авторам этих документов, потому что это важно. Вот, и так, ребята, подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, и если вас заинтересовало взаимодействие с нами как переводчика, под этим видео будет быстрая ссылка, нажимайте, переходите, связывайтесь, и думаю, там, сегодня мы поговорим, и сегодня вечером мы уже готовы вам внести предоплату за эту работу. Всем всего доброго, пока.